Оранжевое свечение! Оранжевое свечение! 3000 танкоин! В этом видео я открою целых 2000 новых танкоин контейнеров. Еще что ли? Еще раз, в смысле? Поставь лайк, если хочешь открыть танкоин контейнер и выбить 100 тысяч танкоинов. 600 танкоинов. Если хотите поучаствовать, то просто подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под это видео, пишите в комментарии, как вам танкоин контейнер и сколько вы бы хотели открыть. Ну и в итоге я выберу ровно через 24 часа победителя. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и прямо сейчас я проснулся, чтобы открывать новые контейнеры под названием Танкоин контейнеры. Их добавили сегодня вот только в игру, и я решил пораньше проснуться, записать для вас видос. Поэтому, ребят, поддержите лайком и давайте открывать. У меня есть 8913 танкоинов, и на все эти танкоины я куплю танкоин контейнер. Вот это да, танкоин, танкоин, новое слово танкоин. Но в итоге, смотрите, такие расценки, один ящик стоит 10 танкоинов. И с него выпадет, может выпасть 100 тысяч танкоинов, 3000 танкоинов, там, по-моему, 100 танкоинов, 1 танкоин, 1 нитра. Короче, полный шлак там будет сыпать конкретно, там, 1 нитра, там, или 1 минка, ну, короче, прям пипец. 1 танкоин, я знаю, тоже падает, и я думаю, это будет интересно. В этом ролике разыграем тоже танкоины контейнера, поэтому досмотрите до конца. Вот, 5 штучек у меня уже есть, я, кстати, купил, они не, ну, не появились в гараже сразу, и мне пришлось танки и того перезапускать. Давайте же посмотрим, как они открываются, мне интересно. Я спецом проснулся пораньше, о, я могу по одному, а могу 5. Ну а давайте 5 сразу от... Не, давайте один сначала откроем. И мне падает один танкоин контейнер. Прикольно, так, давайте еще откроем один. Еще один танкоин контейнер. Блин, 3 танкоин контейнера выпало. 10 ускорений. Спасибо. Это типа вот так открываться будет? Двойная защита, но это быстро, кстати, получается. И еще двойная защита. Блин, фу, капец, я сейчас танки столько нафармлю. Так, давайте, ребят, еще купим. Я уже предлагаю массово закупиться. Это сразу 600 взять. Так, ой, на 600 танкоинов 60 ящиков. Еще 60 ящиков. Еще 60 ящиков. Еще 60 ящиков. Просто покупаем на все танкоины новые ящики. Новые контейнеры. Все закупаем. Тратим вообще все танкоины. Интересно, сколько танкоинов я смогу купить? Вот танкоин контейнеров. Так, у меня уже 660, но я еще покупаю. Офигеть. Офигеть, 720. Уже 780. Почти 1000, 1000 сейчас будет. Блин, 840, а сколько там не хватает? Эй, подождите. Так, я могу еще купить вот столько. По идее, и могу на 60, так, 5. Купить, что я могу купить? Ну, вот так, наверное, и последний танкоин контейнер. Все, у меня, смотрите, 891 танкоин контейнер. Прямо сейчас мы откроем весь вот это все. И посмотрим, что же выпадет. Так, куда я пошел? Так, танкоин контейнеры. Давайте откроем сразу 15, потому что, наверное, по 15 придется открывать. Так, 300 кристаллов пакет, набор 10 ускорений, набор 10 миночек, понятно. Короче, сейчас будет сыпать. О, танкоин. 4 штучки дали, 5 штучек, 6, 7, 8... 9 и 10. Нет, 9, всего лишь 9. Ну а где суперприз? Блин, интересно, я выбью сегодня там 3000 или 100. Прикиньте, 100 тысяч танкоинов выбить. Это, считай, вообще можно не нуждаться ни в чем. Точнее, ну вообще даже ни в чем. Да, сейчас за танкоины можно абсолютно все в магазине купить. О, новое свечение фиолетовое. 100 танкоинов. Вот это неплохо, 100 танкоинов. Так, ребята, давайте мы сейчас... И еще откроем. Но я, получается, сейчас открою. И после того, как открою, мне по одному там танкоину 130 выпадает. Я еще сделаю открытие. Ну, то есть, типа, после этого мы сразу же купим еще и откроем еще. Я думаю, что это будет бесконечное открытие танкоин контейнера, потому что они никогда не закончатся. Вот еще 10 выпало танкоинов. 30 танкоинов. Поставь лайк, если хочешь открыть танкоин контейнер и выбить 100 тысяч танкоинов. Я, допустим, вообще прям ради этого открываю, чтобы выбить максимальный приз. Ну, это просто очень интересно, когда делается вот такая подобная штука и такой огромный приз. Я думаю, что там шанс выпадения вот этих 100 тысяч танкоинов, наверное, там 0,0000,0,01. Ну, короче, прям вообще очень маленький. Я думаю, Орех там сделал так, чтобы
чтоб открывали данкоин контейнеры и просто открывали, вот, и выбивали вот такое. А 100 тысяч, если выпадет кому-то одному, то это, конечно, будет праздник во всех танках онлайн. Давайте 600 откроем, и потом я пойду с ТО Мобайл, быстренько открою. Ну, конечно, эффекта никакого не будет, но, как бы, да, потому что это будет бесконечно. Либо же под ускорение могу вот так с ПК открывать. Вот я еще подумаю, что делать. Фиолетового еще не падал. А у нас, по идее, должно быть еще оранжевое такое, да? А потом уже красное. То есть мне даже оранжевое не выпало. Из оранжевого 3000 должно выпасть. 3000, это дофига. Ребята, у меня 1396 танкоинов, и я решил еще 1000 открыть, потому что я смотрю, что осталось 396 танкоинов, а мне падает максимум, ну, это 100 танкоинов, и то это 3 раза всего было. Прям вообще, вот прям вот взять и добить, и я, знаете, прям желание такое выбить что-то крутое, просто меня изнутри прям выжигает, и я вот хочу выбить, поэтому придется сейчас вам терпеть еще открытие 1396 танкоинов. В итоге у меня сейчас в магазине 1400 танкоинов. И я сейчас пойду в его мобайл и попытаюсь там открыть, посмотреть, выпадет ли в итоге мне или не выпадет 100 тысяч танкоинов. Буду просто потом чекать магазин и смотреть, выпало, не выпало и все такое. Поэтому все, ребят, лепите лайк, потому что открытие в итоге переросло в мега масштабное, я прям сам не ожидал. И давайте начинать. Ёк-макарёк, я чуть чаем не поперкнулся, пью себе, тихонько смотрю, а у меня 7004 танкоина, было только что 3900, короче, что-то там танкоинов, и тут резко плюс 3000, то есть я так понимаю, что у меня только что этот оранжевый приз, это, 3000 танкоинов выпало, только что выпало 3000 танкоинов, охренеть просто, я аж офигел, блин. 3000 танкоинов просто так выпало с одного вот прокрутика. Итого у меня сейчас 7000. Получается, я смогу открыть еще столько же, сколько у меня есть. Смотрите, у меня 631. В итоге в этом видео мы открываем 2000 танкоин контейнеров. Это просто жесть. Я думаю, это просто трындец. И, ребят, ну за этого прям вообще надо лайк поставить. Еще и 3000 танкоинов выбил. Я, правда, анимацию не увидел, потому что, ну, я сразу перемотал, как обычно, типа, открыть, закрыть контейнер, открыть в гараж, открыть еще. Но я увидел такой, типа, о! В смысле? Откуда у меня 7000? И, короче, подофигел, захожу и вспомнил то, что падает же 3000. Поэтому сейчас мы откроем, наверное, еще вот этот разочек. Блин, я так хочу это увидеть именно. Потому что с ТО Мобайл это все, конечно, открывается круто, быстро. Но этот, блин, ну, типа, эффект, ну, уже не то. И я сейчас бы, если бы 3000 танкоинов перед собой увидел бы, я бы просто описался, наверное, от радости. Вот сейчас это мне фиолетовое, да, падает, что это? 100 танкоинов. Ну вот и все. И на этом как бы все. Оранжевое свечение! Оранжевое свечение! 3000 танкоинов еще! Это второй раз!
божечки, 3000 танкой на второй раз. Оранжевое свечение, пацаны. Это просто пипец. Это просто трындец. Так, я должен это запечатлить, заскринить. Потому что 3000 танкоинов, как это просто... У меня сейчас 10843 танкоина. То есть у меня больше, чем в итоге сколько, ну, изначально, да, я сколько начинал. Потом еще 1000 контейнеров я еще открывал, но мне выпало 3000 танкоин контейнеров. Еще что ли? Оранжевое. 3000 танкоинов, еще третий раз. Третий раз 3000 танкоинов, это просто пипец, ребята. Еще раз, в смысле? Еще 3000 танкоинов. What the fuck, четвертый раз. Только что вот, вот буквально вот, ну сколько, 50 секунд назад мне выпало 3000 танкоинов, и сейчас еще раз. Слушайте, если сейчас выпадет 100 тысяч, я не удивлюсь. Блин, это капец. Четыре раза по 3000 танкоинов. 12 270 танкоинов. Это я столько на... Серьезно? Поставьте лайк, если вы хотите увидеть просто мега огромное открытие танкоин контейнеров. Я для вас это сделаю. Ну и подписывайтесь на канал, на колокольчик нажимайте. И обещанный конкурс. Ребят, в этом видео мы разыграем целых 60 ящиков за 600 танкоинов. Если хотите поучаствовать, то просто подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под это видео, пишите в комментарии, как вам танкоин контейнеры и сколько вы бы хотели открыть. Ну и в итоге я выберу ровно через 24 часа победителя и выдам ему 60 новых танкоин контейнеров. Попытайте тоже удачу. Удачи, все, пока, ребят, пока-пока.